Так, меня зовут Мартин Павел, и я буду читать три лекции, посвященные транскриптомике, то есть анализу МРНК, которая есть в клетке. Сегодня мы начнем с просто введения, с того, что такое вообще транскриптомика, как с ней общаться. Поговорим о том, что делать, когда вы получили транскриптомные данные, как там картировать. Немножко поговорим о том, как можно искать гены, которые значимо чья экспрессия значимо отличается между двумя там образцами. Ну, в общем, такое более-менее сегодня будет введение. 1 апреля мы поговорим серьезно о статистике, которая может использоваться для анализа дифференциальной экспрессии и дифференциального сплайсинга, поговорим про конкретные методы для и дифференциальной экспрессии, и дифференциального сплайсинга. И 8 апреля мы поговорим о том, что делать с данными потом, поскольку после того, как мы нашли такие гены, которые значимо по-разному там, работают в одной ткани или в другой, или в больных и здоровых, у вас получился просто список идентификаторов. Ну, как-то это не очень прикольно, надо с ним что-то сделать там, интересное, получить какие-то биологические результаты. Вот, там, скластеризовать, сгруппировать, найти какие-то функции с ними связанные. Вот мы поговорим о том, как это, собственно, сделать, чтобы из этого вышла уже какая-то статья, а не просто, так сказать, бессмысленный набор идентификаторов. Отлично. Так, что такое транскриптомика? Транскриптомика — это анализ клеточной РНК, такой РНК, который получается в результате ДНК-зависимой транскрипции, ну, в данном случае методами массового секвенирования. Окей, как обычно выглядит весь эксперимент? Здесь транскриптомный эксперимент. Выбираете какой-нибудь, не вы, неважно, кто-то выбирает какой-то биологический образец, который он хочет изучить, возможно, несколько образцов, возможно, скорее всего, эти образцы будут отличаться по какому-то свойству, они могут быть там из разных видов, из разных разные ткани, могут быть больные и здоровые, мы сейчас обсудим дальше. Потом из этого образца выделяется РНК, опять же, выделять РНК можно по-разному, может быть, разные фракции, об этом мы тоже немножко поговорим, может быть, вам еще говорили об этом раньше. Далее, эта РНК фрагментируется на мелкие кусочки, может быть, амплифицируется, ну, не очень важно. Важно то, что в итоге она секвенируется, и у вас получается набор десятки миллионов достаточно коротких, ну, там, до 100 нуклеотидов, ридов, которые после этого вы картируете на геном, картируете, находите места в геноме, где, откуда эти риды пришли. После этого, если речь идет о транскриптомике, то мы хотим обычно выяснить, какое количество ридов приписано каждому гену, то есть мы смотрим, сколько ридов картировалось в границах данного гена, получаем такое число и считаем, что это число примерно пропорционально количеству МРНК, которое было в исходном образце. Но это более-менее верно, потому что вот на этой стадии мы просто фрагментировали все РНК, и дальше считается, что на стадии секвенирования мы выбирали молекулу РНК из пробирки случайно. Соответственно, можно надеяться, что вот эти числа, количество ридов, которые пересекают данный ген, будут пропорционально концентрации МРНК в исходном образце, ну еще плюс длине рида, наверное, и тому количеству РНК, тотально, который мы вот положили в эту пробирку. Окей, после этого эти величины можно использовать для какого-то статистического анализа, для сравнения разных образцов, для сравнения экспрессии конкретного гена между разными образцами и что-то такое. Здесь была важная стадия, когда мы картировали риды на геном. То есть здесь был нам нужен геном. Если у нас генома нету, а есть только риды, что делать в этом случае? Ну, в принципе, это немного за пределами данной лекции, но если коротко, то нам нужно будет собрать последовательности транскриптов из вот этих ридов, как это делалось, мы рассказывали раньше. Правильно? Рассказывали на предыдущих лекциях? Отлично. После этого вы можете просто взять, прокартировать эти риды обратно на собранные транскрипты и делать, по-моему, то же самое, что я буду говорить тут. Но в любом случае анализ без генома будет заметно сложнее, чем анализ с геномом. И обычные все-таки транскриптомные работы подразумевают, что у вас геном есть. Так, какие у нас есть задачи у транскриптомики в ходе любого транскриптомного исследования? Во-первых, мы хотим определить структуру РНК. То есть мы изучаем все множество молекул РНК, которые были в исходном образце. Значит, во-первых, хотим знать, какие там РНК были. Что значит какие? Значит, просто хотим знать последовательность в нуклеотидах всех молекул МРНК. Но поскольку мы знаем геном, как правило, и понимаем, что все молекулы РНК получили все эти транскрипции, то значит, мы хотим получить просто координаты данного транскрипта на геноме. Ну, поскольку мы будем говорить о эукариотах, а не только о прокариотах, а у эукариотов, как мы знаем, бывает сплайсинг, соответственно, какие-то части из первичной молекулы РНК вырезаются, часть называется интронами, а оставшиеся части, называются экзонами, сшиваются вместе. Все здесь схематически это показано. Считается, что это геномная последовательность, квадратиками показаны экзоны, соответственно, интроны в ходе процессинга МРНК вырезаются, оставшиеся кусочки сшиваются вместе. Вот. Значит, для эукариот структурой молекулы РНК будет набор координат экзонов и, собственно, набор самих экзонов, которые составляют вместе транскрипт. Потому что там два таких разных транскрипта, они отличаются на один
вот этот экзон. Остальные экзоны у них одинаковые, а транскрипты отличаются на один экзон. Поэтому структурой транскрипта, который мы хотим определить из данных транскриптомики, будет набор координат экзонов. Ну, кроме того, можно сказать, известно, что иногда некоторые молекулы МРНК редактируются, то есть некоторые буквы у них меняются, отличаются от тех, которые кодируются в геноме, поэтому мы можем интересоваться также РНК-редактированием, тоже можно делать из данных транскриптомик, но про это я рассказывать не буду. За счет чего может меняться, структура МРНК, которая кодируется одним и тем же геном? Во-первых, за счет альтернативного сплайсинга, это ситуация, когда какой-то один экзон либо вставляется, либо вырезается, вот такой длинный интрон, а вместе с этим вот экзоном, соответственно, этого экзона нет. То есть сплайсинг идет вот в этих двух транскриптах по-разному, и эта ситуация называется альтернативным сплайсингом. Кроме того, может быть альтернативный промотор, то есть в одном случае транскрипция начинается здесь, в другом случае здесь, получаются немножко разные транскрипты, это тоже приводит к тому, что молекулы МРНК будут разные. Или альтернативная терминация, ну, на самом деле, не терминация, а разрезание, ну, не очень важно. Важно то, что это приводит к тому, что последний экзон может быть другим. Вот эти три типа биологических процессов могут приводить к тому, что структура МРНК будет разная. Ясно, если мы, когда я говорю, что мы хотим узнать, определить структуры транскриптов, то мы хотим узнать вот это вот и понять, чем отличаются там, транскрипты в разных клетках, каким альтернативным сплайсингом, каким, может быть, в отличие в использовании различных промоторов, есть между различными биологическими образцами. Окей. Структуру мы, допустим, определили. Дальше мы обычно хотим узнать, сколько у нас было примерно молекул МРНК в каждом исходном образце. И, в общем-то, связанная с этим задача, мы хотим сравнить представленность данных молекул МРНК в двух разных образцах. Потому что просто знать концентрацию нам, может быть, и не очень важно, а знать то, что она изменилась при изменении каких-то условий, при болезни или то, что данный ген работает там только в одном органе, это действительно биологически полезная информация. Как мы будем это делать? Ну, я уже говорил, что речь идет обычно о количестве ридов, которые картируются на данный ген. Но вот здесь показано это схематически. Мы можем прокартировать риды на геном и просто над каждой позицией генома нарисовать, сколько ридов проходит через данную позицию в виде вот такого профиля. На один сером нарисован там, контрольный образец, красным нарисован образец после теплового шока. Здесь вот два гена, видно, что в случае, что ген 1 больше экспрессируется в контроле, а ген 2 больше экспрессируется в тепловом шоке. Но на самом деле, может быть, мы не знаем, как эти две кривые надо выровнять друг относительно друга. Возможно, что если их правильно там отшкалировать, такая, что ген 1 просто не меняется, а ген 2 меняется. Но важно то, что как минимум в одном из этих двух генов есть изменение в экспрессии между этими двумя условиями. Ну, понятно, таким образом будет работать любой тест на дифференциальную экспрессию вне зависимости от конкретного метода. Хорошо. Что мы можем изучать при помощи методов транскриптомики? И что вообще вам нужно знать про те образцы, которые у вас есть? Ну, понятное дело, что вам нужно знать, из какого вида они получены, там, какой-то вид, какая-то ткань, было ли какое-то состояние специфическое у этого образца, был, может быть, донор был болен чем-то, или там, его возраст, его пол. Может быть, его чем-то обрабатывали. Ну, донор — это в том случае, если это что-то многоклеточное, наверное, если это одноклеточное животное, то не говорят донор, но неважно. Так или иначе, вам нужно знать, что за организм использовался для получения РНК. Однако это не все, что вам нужно знать про ваш образец, потому что кроме выбора, собственно, биологического объекта, вы можете выделять РНК по-разному из данного образца. И вот если вы там скачаете откуда-то данный RNA-сек, то надо обязательно пытаться выяснить и другую информацию, а именно как другую информацию о том, как именно РНК выделяли, очищали и так и далее. Значит, во-первых, вы можете выделить всю тотальную РНК из данного образца. Далее вы можете попробовать отобрать эту РНК по некоторым типам. Самый простой вариант, если вы работаете с эукариотами, вы можете отобрать ту РНК, которая имеет на конце полиохвост. Потому что все белокодирующие МРНК имеют на конце полиохвост, и в случае, если вы работаете с эукариотами, это самый лучший способ отобрать наиболее разумную фракцию МРНК. Однако, если вы работаете с бактериями, у них нет полиохвоста, и это не эта проблема, потому что большую часть клеточной РНК составляют вовсе даже не РНК, которая кодирует белки, то есть то, что, собственно, наиболее интересно, а ТРНК и транспортная РНК, или сомальная РНК, это там 99% тотальной РНК, и если вы просто возьмете всю тотальную РНК из, ну, из бактерий или из эукариота и ее просеквенируете, то большая часть ридов у вас будет совершенно одинаковые, они будут просто с рибосомальной РНК. Вы их выкинете, потому что ничего делать с ними нельзя.
Значит, в случае с эукариотами, я уже говорил, что мы можем отобрать кодирующие МРНК по полю А хвосту, однако в случае с прокариотами это сложно, поэтому там обычно используют какие-то методы для подавления ТРНК и РНК, и, соответственно, надо знать, какие методы использовать, потому что если в двух разных экспериментах использовать разные методы для подавления ТРНК и РНК, то сравнивать такие методы, результаты в этом случае будет довольно сложно. Вот. Кроме того, если вы хотите изучать, например, некодирующие РНК, то, скорее всего, селекция по полю А невозможна, потому что многие некодирующие РНК, особенно короткие, не полиденилируются. В этом случае, опять же, и у эукариот возможно использование подавления ТРНК и РНК. В общем, могут быть много разных вещей. Опять же, если вы изучаете короткие некодирующие РНК, они могут отбираться по размеру исходной молекулы РНК. И это тоже важно. Если у вас была короткая некодирующая фракция, то не стоит искать в этих данных риды с кодирующих генов. То есть вы не сможете изучать экспрессию кодирующих генов, если вы получили откуда-то данные секвенирования для коротких некодирующих генов, для коротких некодирующих РНК. Кроме того, сама РНК может отбираться по различным ее типам, размерам и наличию поля хвоста, экспериментально можно выделить РНК из разных частей клетки. В принципе, обычно, как правило, выделяют тотальную РНК из всей клетки, поскольку морочиться, особенно с замороженными образцами, видимо, довольно сложно. Но, вообще говоря, можно выделить РНК отдельно из ядра или отдельно из цитоплазмы. Цитоплазма, по идее, будет уже процессированная РНК, именно та, которая кодирует белок. В ядре у вас может быть недопроцессированная МРНК, в которой будет больше удержанных интронов, поскольку не все интроны еще вырезались. Если просеквенируют фракцию, непосредственно ассоциированную с хромосомами, то есть там, где идет транскрипция, то там будет еще больше удержанных интронов, и это тоже важно, соответственно, вы можете таким образом изучать, с одной стороны, процесс сплайсинга, с другой стороны, РНК, выделенная из ядра, будет являться плохим приближением, что ли, для концентрации белков, потому что в ядре еще белки не кодируются. Кроме того, в цитоплазме можно секвенировать всю РНК или можно выбирать ту фракцию МРНК, которая ассоциирована с рибосомами, и в этом случае, соответственно, вы будете... Если вы секвенируете ту фракцию МРНК, которая ассоциирована с рибосомами, то это будет являться хорошей оценкой именно трансляции, то есть, видимо, текущей концентрации белка. В конечном счете, обычно люди хотят знать именно концентрации белков, потому что все-таки белки делают основную работу в клетке, а меряют РНК не из-за того, что РНК такая хорошая, а из-за того, что ее просто мерить. Белки мерить гораздо сложнее, поэтому иногда осмысленно смотреть на РНК, связанную с рибосомами. Но, в общем, но на самом деле в реальности большая часть данных RNA-сек получены из, во-первых, это тотальная РНК, выделенная из всей клетки, а во-вторых, это обычно полиа-селектор, и все. То есть никаких сложностей не будет. Большая часть данных выглядит именно так. Это полиа-селектор, тотальная РНК. Но, тем не менее, могут быть разные другие тонкости, которые надо иметь в виду. Особенно, если общаетесь с данными, которые получили не вы сами. Окей. Будем считать, что вы получили образцы РНК. Возможно, даже уже их секвенировали. Что еще нужно знать важного о ваших образцах? Это их качество. Ну, в том случае, если РНК выделяли из клеточных культур, как правило, качество РНК будет хорошее. Однако, если это были посмертные образцы, взятые у животных, а еще хуже у людей, которые там, пока из них взяли образец, после их смерти заморозили, прошло много времени, РНК могло стухнуть. От того, насколько долго РНК пролежало в плохих условиях до того, как его заморозили, а потом использовали в эксперименте, зависит то, насколько РНК будет хорошее качество, то есть насколько целые молекулы МРНК будут. Это важно, потому что, как я уже говорил, основной вариант очистки МРНК, который используется в RNA-сек экспериментах, это селекция за поле А хвост. Он находится в конце транскрипта, и если у вас все транскрипты уже деградированы, то есть развалились несколько раз, то вы в основном будете брать хвосты транскриптов ближе к 3-4 концу гена. А если РНК целая, то вы будете вытягивать за поле А хвост более-менее все транскрипты. Да, еще-то непонятно, лучше задавать вопрос сразу, вас тут мало. Все пока понятно. Окей. Каким образом можно определить целостность молекул РНК в данном образце? Ну, проще это сделать по наиболее представленной молекуле РНК в любом образце, а именно по рибосомальной РНК. Вот здесь показано, как выглядит электрофореза для РНК на разных стадиях деградации. Когда деградация еще не началась, то видно четко две полоски, соответствующие 18S и 28S МРНК. По мере того, как идет деградация, они постепенно разваливаются, получаются более короткие молекулы РНК. Ну, примерно то же самое происходит и с той РНК, которую вы хотите мерить. Ну, чтобы не смотреть на такие вот некрасивые электрофорезы, компанией Agilent Technology была разработана программочка, ну,
прибор, программа, которая обрабатывает результаты, и она выдает вот вместо такого электрофореза, дает одно число, которое называется RIN, или RNA Integrity Number, которое более-менее коррелирует с, ну, которое просто коррелирует с тем, насколько эти две полоски хорошо представлены на электрофорезе. Соответственно, RIN-10 соответствует хорошим четким пикам для обоих рибосомальных РНК, то есть хорошему качеству РНК, а RIN-2 соответствует тому, что у вас уже вообще не видно рибосомальной РНК, и, видимо, ваша РНК, которую вы хотите изучать, тоже уже полностью рассыпалась, у нее ничего не осталось. Поэтому образцы с RIN-2, ну, в общем, использовать в работе фактически бессмысленно. А RIN-10 — это хорошо. Опять же, если вы работаете с животными, которых убили и тут же секвенировали, или с клеточными культурами, которых выделили РНК, тут же ее заморозили, тут же ее секвенировали, то все хорошо. Но если у вас были посмертные образцы, то, во-первых, качество у них будет плохое, а во-вторых, что гораздо хуже. Качество может варьировать между разными образцами. То есть у вас одни образцы хорошего качества, другие плохого качества. И в некоторых случаях вы можете наблюдать отличия в экспрессии между образцами просто из-за того, что у них разное качество. Поэтому RIN — это вещь, которую вам обязательно надо знать про ваш RNA-сек образец. Если его нету, то это плохо. Да. Насколько сильно различает скорость деградации разных типов РНК? Не могу сказать. Ну, здесь имеется в виду, что скорость примерно одинаковая, но я не готов ответить на то, от чего это зависит. Я думаю, что зависит от большого количества факторов, не только от типа РНК, но еще от того, из-за чего, собственно, разлагается данная ситуация. Температура это или наличие РНАС или что-то еще. Ну, в общем, РИН — это более-менее общепринятая мера, ее обычно можно получить. Если ее нет, то это плохо. Окей. Так, допустим, вы уже получили РИДы. Что можно сделать дальше, чтобы понять, ну, как с этими РИДами работать? В принципе, вам до этого рассказывали, что РИДы-то можно фильтровать, обрезать и прочее, смотреть на их качество, если у них плохое качество, отрезать хвосты с плохим качеством и делать какие-то такие вещи. На самом деле, в случае RNA-сек экспериментов это все не очень важно, потому что вы все РИДы будете картировать на геном. Если РИД картировался на геном, это значит то, что но он совсем не случайный. Картировать случайную последовательность из 100 нуклеотидов на геном просто невозможно, они картируются. Поэтому у вас будет в любом случае в RNA-сек работе будет очень хороший тест на качество РИДов. Если РИД картировался, значит, с ним, ну, скорее всего, более-менее все в порядке. Но, тем не менее, может быть, если у вас есть какие-то сомнения, можно сделать какие-то вещи, ну, сделать то же самое, что вам говорили, рассказывали в предыдущих лекциях, с фильтрацией РИДов по качеству, хотя это не обязательно. Что вам нужно знать про РИДы еще? Нужно знать, цепь-специфичная или нет. Бывают разные протоколы РНК-секвенирования. В некоторых случаях вы знаете, с какой из двух цепей ДНК происходила транскрипция. В некоторых случаях не знаете. Как правило, большинство данных, насколько я знаю, они не цепь-специфичны. То есть вы не знаете, с какой цепи они пришли, и это нормально. Но если цепь у вас все-таки есть, то это полезная информация, которую иногда можно использовать. Поскольку гены перекрываются, и РИДы, которые картируются на пересечении двух генов, если гены на разных цепях, вы не можете, вот если у вас есть два гена, они на разных цепях и перекрываются. Если РИД картировался в место, где два гена перекрываются, то обычно вы не можете сказать, к какому из двух генов относится данный РИД. Но если они цепь-специфичные, то можете. Это очень полезная информация. Кроме того, РИДы бывают парные. Это ситуация, когда я говорил, что молекулы РНК фрагментируют, дальше секвенируют. Вот их могут секвенировать с одного конца, а могут с двух концов. Тогда у вас каждый РИД существует в виде пары РИДов на самом деле, между которыми находится спейсер неизвестной вам длины. В общем, если РИДы парные, об этом просто надо знать, поскольку картируются они там чуть друг иначе, надо программе, которая картирует РИДы, сказать, что РИДы парные. Это особенно важно, если вы скачиваете РИДы откуда-нибудь из себяйного архива коротких РИДов, потому что там они скачиваются в специальном архивированном виде, распаковываются их собственной программой. Если ей прямо не сказать, что РИДы парные, то он вам выдаст файл, FASCU файл с РИДами, где вот эти пары РИДов будут конкатинированы вместе в один РИД. И они потом вообще никак не картируются. То есть, ну, в общем, то, что РИДы парные, это просто такая информация, которую надо вот где-то взять, ее нельзя найти в самом файле с РИДами. Поэтому об этом надо тоже знать. Важная вещь длина РИДа, поскольку это, она вам скажет о том, насколько вы сможете хорошо смотреть на сплайсинг, для этого нужны достаточно длинные РИДы, ну и насколько велика вероятность того, что РИД картируется случайно в два места. Но сейчас, в общем-то, этой проблемы нет, поскольку РИДы, как правило, там 70, 80, 100 нуклеотидов длиной, они достаточно длинные, чтобы, в общем, ни о чем уже больше не думать. Раньше были РИДы длины 32, это там, или 36, это действительно короткие РИДы, с ними сложно смотреть и на сплайсинг, и они, в общем, случайным образом вот, картируются в несколько мест.
В общем, если у вас какие-то старые риды в руках 32, ну, значит, надо обратить внимание, что с ними может быть хуже работать. Так, ну и по мере всей возможности для транскриптомика следует избегать солида, поскольку это Cobol Space, он, в общем, разработан для другой цели, с ним бывает иногда не очень удобно работать. В принципе, можно, но Illumina лучше. Если у вас есть выбор, то берите то, что сканирует в нуклеотидном пространстве. Это для тех, кто понимает, о чем речь. Окей. Про качество и обрезание ридов еще одно замечание. В принципе, как правило, современные данные в RNA-Seq обрезать, ну, по моему личному опыту, не надо, потому что компания, которая производит секвенатор, она знает, какой длины можно сделать на данном секвенаторе риды, и они получаются приемлемого качества, так что вы могли картировать порядка 90% ридов. Если у вас картируется там меньше 50% ридов, то, конечно, стоит подумать о том, почему так мало ридов удалось соотнести обратно с геномом. Одна из причин — это то, что у вас могут быть много ошибок секвенирования в ваших ридах. Эти ошибки распределены вдоль риды неравномерно и связаны с процедурой секвенирования. То есть мы возьмем много ридов из какого-нибудь одного, ну здесь на самом деле несколько образцов нарисовано. Это начало рида, это конец рида, всего он здесь был, по-моему, длины 70. И здесь нарисована частота ошибок секвенирования, ошибок по сравнению с геномом вдоль длины рида. Видно, что первые нуклеотиды рида часто отличаются от правильной последовательности. Это связано с тем, что там используются на определенной стадии случайные праймеры, которые отжигаются не очень специфично, и у них конец иногда не полностью совпадает с исходной последовательностью РНК, которую мы секвенировали. И количество ошибок нарастает к концу, это связано с самой технологией секвенирования, поскольку она делается степ-бай-степ, то есть один нуклеотид за другим, и чем дальше мы уходим, тем там все больше рассинхронизируются отдельные молекулы РНК, которые мы секвенируем, все сложнее определять, какие именно нуклеотиды у нас получаются. Поэтому в конце тоже ошибок больше, много. Вот. По анализу такого вот графика можно, в принципе, сказать, с какого конца и сколько ридов вам следует отрезать, чтобы увеличить картирование. То есть, если у вас картируется мало ридов, то можно попробовать построить такой график, понять, с какого конца и сколько нуклеотидов от рида вам отрезать, чтобы увеличить вероятность, чтобы увеличить количество картируемых ридов. Да. Так. Окей, как картировать риды? Вам рассказывали про картирование ридов на геном. Я не буду на этом останавливаться. Важно то, что если мы картируем транскриптомные риды и работаем с эукариотами, то риды у нас исходно приходят с молекулой РНК, и часть ридов, конечно, картируются внутрь экзонов, то есть они могут прямо картироваться на геном. Однако часть ридов пересекает экзон-экзонную границу. То есть если у нас где-то был исходный геном, после сплайсинга электроны вырезались, получился вот такой вот транскрипт. Часть ридов могут быть с вот этого места, соответственно, рид пересекает два экзона, и по сравнению с геномом в риде вырезан какой-то участок, ну, вырезан интрон. Такой рид нельзя картировать прямо сразу на геном, поэтому для картирования таких ридов нужны специальные программы. Ну, или какие-то специальные подходы. Как это можно сделать? Ну, во-первых, мы можем использовать существующую информацию о том, где в данном геноме находятся экзоны. Там, для большинства видов, которые более-менее активно изучаются, существует даже несколько баз данных, типа NCBI, Ensemble или Genome Browser, в которых есть аннотации, где написано, что в этом месте есть такие-то транскрипты, у них такие-то координаты, такие-то экзоны. Вы можете взять эти координаты и картировать на них. Кроме того, ну, многие из этих аннотаций были сделаны давно или были сделаны не очень аккуратно, и можно предполагать, что, может быть, в реальности существуют еще какие-то интроны, которые могут вырезаться при некоторых других условиях, в которых эти интроны, в принципе, существуют в природе, но они отсутствуют в данной аннотации, да? То есть, если у нас есть несколько аннотаций, то мы просто берем наиболее новую. Да, конечно, если есть возможность, мы берем наиболее новую и наибольшую аннотацию, то есть, которая больше всего фич. Ну, можно еще попробовать их посравнивать, то есть, иногда можно пытаться соединить две аннотации вместе, я про это скажу, в принципе, как это делать. Окей. Значит, если мы подразумеваем, что аннотация плохая, но один подход, он использовался ранее, сейчас он фактически не используется, тем не менее, я по нему скажу. Можно взять, вот мы берем какой-нибудь один ген, берем у него все экзоны. Ну, обычно в аннотации есть интроны, которые приведены, интроны между двумя соседними экзонами. Если вот этот экзон может вырезаться, может быть еще вот такой длинный интрон. Вот. Ну, а интрона, который соединил бы вот этот вот экзон и там вот этот экзон, например, в аннотации нет. Ну, мы можем внести его искусственно, сможем собрать все возможные комбинации экзон-экзонных границ, таких, что один экзон идет в начале, а другой экзон идет в конце. В исходной аннотации, например, в этом гене вообще было только три таких экзона. Мы можем еще
добавить несколько гипотетических экзонов, интронов, pardon, интронов между этим экзоном и этим, этим и этим, и этим и этим. Вот. Дать их, сделать соответствующие последовательности, последовательности, которые соответствуют экзонам и зонам границы между этими экзонами, и прокартировать на них риды. Если так картируются риды, значит такой интрон когда-то где-то вырезается, и мы можем таким образом прокартировать больше ридов. Это один подход. Другой подход стоит в том, что мы можем предсказывать положение экзонов полностью из данных. Его, этот подход хорош тем, что он не требует вообще знания никакой аннотации изначально. И когда это может быть надо? Во-первых, если вот геном секвенировали только что, и еще никто никогда его до этого не аннотировался. Если он у нас сделал это первый раз, тогда у вас вообще нет никаких идей о том, где находятся здесь экзоны и интроны, и вам, понятное дело, надо использовать этот подход. Кроме того, может быть такая ситуация, что кто-то давно секвенировал геном, аннотировал его из рук вон плохо, и вы на их аннотацию вообще смотреть не хотите. Это очень часто бывает. И тогда вы просто выкидываете эту аннотацию и пытаетесь аннотировать ее заново прямо из своих данных. Ну или, может быть, вы хотите сравнить там два разных вида, в одном аннотация очень хорошая, а в другом плохая. Вам там придется и вы хотите сделать сравнение симметричным, то есть вы не хотите использовать тот факт, что у одного вида слишком хорошая аннотация, потому что тогда вы, скорее всего, получите какие-то отличия, которые будут выделять тот вид, у которого аннотация слишком хорошая. В общем, так или иначе, могут быть ситуации, когда исходной аннотации нет, или вы не хотите ее использовать, тогда вы будете предсказывать границы экзонов и интронов, исходя из самих данных. Как это делается? Ну, один из самых таких простых и наиболее часто применяемых методов состоит в том, что мы берем наш рид, разрезаем его на сколько-то кусков, на 3-4, зависит от программы и от данной ситуации. Дальше мы картируем все эти кусочки поодиночке. В том случае, если эти куски картируются просто на геном друг за дружкой, ну, значит, этот рид полностью картируется на геном, он пошел из какого-то экзона. Но может так получиться, что кусочки риды картируются далеко друг от друга, а какой-то один кусочек вообще не картировался, вот как в данной ситуации. Тогда мы можем взять и начать эти кусочки продлевать дальше в поисках интрона. Дело в том, что интрон, он, это не просто случайная последовательность, у интрона есть определенные очень консервативные нуклеотиды на краях, тут и тут, там буквально два нуклеотида, но они одинаковы у всех видов, и там, в общем, нет почти никаких вариантов. Мы можем продлевать вот эти картированные кусочки дальше, до тех пор, пока мы не сможем их замкнуть таким образом, чтобы вырезался интрон с правильными нуклеотидами. Если у нас это получилось, ну, значит, вероятно, мы нашли правильный интрон в данном месте. Таким образом работает программа TopHat, про которую мы сейчас немного поговорим, потому что ее вы будете использовать в домашнем задании. В принципе, программ такого типа существует несколько, но, наверное, TopHat наиболее популярна. Это программа, которая позволяет картировать риды на геном и на транскриптом, то есть в том числе на границе между экзонами. Она может либо взять готовую аннотацию экзона интронных границ, или может предсказать интроны заново, самостоятельно. Так, ну, как ее запускать, я думаю, вы разберетесь. Какие важные параметры, которые вам нужно будет использовать в домашнем задании, вообще на которые надо обратить внимание? Первые два параметра — это количество ошибок, которые программа будет допускать в ридах. То есть это количество замен нуклеотидов между ридом и геномной последовательностью. Здесь важно даже не то, что есть такой параметр, который называется read mismatches, а важно то, что параметра два, потому что, в принципе, TopHat, кроме замен нуклеотидов, допускает еще indel, то есть вставки или делеции в риде. Поэтому есть еще второй параметр, который — это просто редукционное расстояние, что оно включает в себя и замены, и индел. Важно то, что если вы поставите, например, количество ошибок на 4, а read этот distance не поменяете, оно остается по умолчанию 2, и у вас все равно не будет ридов с заменами, не будет ридов, которые будут больше двух замен, потому что этот параметр ограничивает действие вот этого. Поэтому если хотите сделать так, чтобы у вас допускалось до 4 там, замен, вам надо оба эти параметра поставить как минимум на 4. Так, это первое. Значит, еще один очень важный параметр — это read realign edit distance. Дело в том, что как работает TopHat. Он сперва картирует все риды на геном, то есть это такие риды, которые вроде как картируются внутрь экзона. А дальше он берет оставшиеся риды и перекартирует их на транскриптом, то есть пытается их использовать для того, чтобы найти новый junction, ну или так иначе картировать их на экзонные границы там, тем или иным способом, в зависимости от ситуации, от того, дали мы ему аннотацию или нет. Что здесь нехорошо? Дело в том, что там, в любом геноме существует некоторое количество псевдогенов. Псевдогены бывают разные, но сейчас вы такие псевдогены, которые состоят из МРНК, которые ревертировались и вставились обратно в геном. То есть это точно такой же ген, только в нем нет интронов. Соответственно, когда вы картируете рид, который на самом деле пришел с экзона-экзонной границы, с экзона-экзонного джаншена, он первым делом может, особенно если вы разрешили много замен, картируется на такой псевдоген. Там уже есть несколько замен, ну, они накопились после хода эволюции. Но рид картировался с двумя или тремя заменами. После этого TopHat не пытается перекартировать этот рид на джаншены
И хотя на самом деле он пришел, этот отель пришел с огромной границы, и квартиру вообще без замен. То есть это лучшее его место. В итоге получится так, что Рид будет квартиру на неправильное место, на вот этот самый псевдоген, а зона границы останется вообще пустой. То есть ни одного Рида не квартируется. Это приведет к тому, что вы не будете видеть зоны границы данного вот нейтрона в ваших данных. Это то, как ведет себя топ-хед по умолчанию. А этот параметр регулирует это поведение. По умолчанию все риды, которые хоть как-нибудь картируются на геном, на экзон-экзонной границе не перекартируются. А здесь вы можете сказать, какое максимальное расстояние должно быть для того, чтобы рид все-таки минимально. Для того, чтобы рид, уже картированный на геном, все-таки перекартировался на экзон-экзонной границе. Я рекомендую здесь всегда ставить 0. То есть так, чтобы все риды картировались и на геном, и на экзон-экзонной границе, а потом из всех возможных мест, куда рид картировался, выбиралось оптимальное место. То есть если рид можно картировать на экзон-экзонной границе лучше, чем на геном, то выберется картирование именно на экзон-экзонной границе. Это довольно важно, поскольку иначе некоторые фракции, небольшая фракция, но тем не менее генов у вас пропадет. Или в них вы получите совершенно неадекватный результат, особенно в случае анализа альтернативного спайсинга. В общем, я не уверен, что я хорошо объяснил. Важно то, что этот параметр надо поставить на 0. Так, но остальные параметры не так важны. Этот параметр говорит, куда писать результаты, это говорит, сколько потоков ставить. Сейчас вы будете домашнее задание делать все на одном кластере, ставьте, пожалуйста, один поток, потому что иначе, если у вас будет хотя бы несколько человек читать одновременно, вы убьете кластер начисто. Даже, я боюсь, с одним потоком можете его убить, но если кто-то поставит 8, то станет совсем плохо. Максимум multi-hits, проблема, значит, это параметр регулирует то, как топ-хед будет работать с ридами, которые картируются в несколько мест. В принципе, обычно такие риды просто выкидываются. То есть может быть такая ситуация, когда какой-то рид может быть картируется на несколько мест генома с одинаковым количеством замен, и вы не знаете, откуда он на самом деле пришел. По умолчанию, если я не ошибаюсь, он выводит все риды, которые картируются в 20 и меньше мест. Но на самом деле, как правило, вас не интересуют вообще риды, которые картируются в несколько мест, поэтому можно поставить его так, чтобы такие риды вообще не водились. Но это не очень важно, просто... тем не менее, параметр один из тех, которые можно использовать. Окей, параметр role junction позволяет сказать... дальше есть несколько параметров, которые регулируют то, как топ-хед будет картировать риды на экзон-экзонной границе. Значит, вот этот параметр позволяет сказать топ-хеду, где находятся интроны в нашем геноме, если мы эти интроны знаем заранее. Этот параметр говорит, что не надо искать новые экзон-экзонные границы. Это актуально в том случае, если вы уже знаете аннотацию, знаете, где находятся экзоны, где находятся интроны, и хотите, чтобы этот топ-хед работал побыстрее и ничего нового не искал. Тогда вы просто выключаете предсказывание новых интронов. И GTF — это, в общем, похожий параметр с role junctions. Он позволяет выдать топ-хеду аннотацию экзонов просто в виде формата GTF, а не в виде набора интронов. Ну, примерно одно и то же. В результате топ-хед выдает картированные риды в формате BAM, это должно быть вам уже знакомо, и набор экзонных границ в формате BAT, который можно потом использовать для того, чтобы понять, где в данном геноме у нас находятся интроны. Так, что важно в случае картирования? Дело в том, что вот я говорил, что топ-хед может предсказывать аннотацию, то есть границы экзонов самостоятельно, либо вы можете сообщить топ-хеду эту информацию заранее. В том случае, если вы... И на самом деле это довольно важный момент. Дело в том, что если вы позволяете топ-хеду самому предсказывать, где находятся интроны, то его способность найти новый интрон зависит от количества ридов в образце. То есть если у вас данный ген покрыт большим количеством ридов, если у вас большая глубина секвенирования, то топ-хед скорее найдет в этом гене интроны и экзоны. Если ридов мало, то можете вы их не найти. Ну, здесь я показал схематичный пример. Если у нас есть какой-то ген, в котором, в принципе, в обоих образцах есть альтернативный сплайсинг, то есть вот этот экзон то включается, то не включается, то в хорошо покрытом образце мы обнаружим обе изоформы. Мы найдем и риды, которые картируются на экзон-экзонной границе между вот этим экзоном и этим экзоном, или между этим и этим. То есть мы обнаружим обе изоформы, оба варианта МРНК в этом месте. Если у нас есть какой-то образец, в котором у нас мало ридов, то мы можем обнаружить только мажорную изоформу, то есть ту, которая в данном случае проходит через через этот экзон. А изоформу, в которой данный экзон нет, мы не увидим просто потому, что слишком мало ридов. Топ-хед сочтет, что здесь нет никакого джаншена. Хотя на самом деле он есть, просто картирует слишком мало ридов, он его не нашел.
Из-за этого мы можем сделать ложные выводы, что, во-первых, здесь есть изменение альтернативного сплайсинга между двумя этими образцами, то есть вот этот экзон здесь пропускается, а здесь никогда не пропускается. А кроме того, часть ридов в этом случае мы не декортируем на ген, потому что мы не нашли экзон зоны границы, значит, риды не декортировались, и мы будем видеть как будто бы понижение экспрессии здесь, поскольку мы видим меньше ридов. Вот это некоторая проблема, она связана с тем, что исходно при картировании этого и этого рида была, то есть картирование ридов из этого и этого образца было не совсем одинаковым, не совсем симметричным, потому что фактически программа знала, имела в данном случае меньше информации для картирования ридов. Поэтому важно, чтобы перед финальным картированием ридов, перед тем самым картированием ридов, которые вы будете использовать в основном анализе, важно, чтобы аннотация была зафиксирована, то есть чтобы у вас набор экзонов и интронов был один и тот же, и вы его заранее передали топ-хету в виде GTF-файла или в виде набора джанкшенов. Поэтому, значит, что делать для того, чтобы вот избежать таких проблем? Нужно зафиксировать аннотацию, картировать риды с уже с данной аннотацией, запретив топ-хету поиск новых джанкшенов. В том случае, если вы работаете с человеком, то вы можете использовать просто готовую аннотацию, делать все как бы сразу. Берете ваши риды, берете геном, берете готовую аннотацию. Для человека этот джин-код, он достаточно большой, там довольно достаточно много экзонов, скорее всего, вам больше не понадобится. Просто картируйте на нее, запрещая новый джаншн, у вас тогда картирование всех образцов будет совершенно одинаковым, симметричным, и не будет никаких с этим трудностей. В том случае, если аннотации нет или вы не хотите ее использовать, вам нужно сделать ее из ваших данных, а потом перекартировать все риды заново. В этом случае вы картируете каждый ваш образец топ-хэтом по отдельности, потом используете программу, например, Kafflinz, которая позволяет, взяв результаты картирования топ-хэта, последовательность генома, сказать, где у вас на этом геноме находятся транскрипты и какие там экзоны. Потом вы соединяете аннотацию, которую вы получили в каждом образце при помощи Kafflinz, соединяете аннотацию, полученную из каждого образца вместе в одну аннотацию при помощи программы CAFMERGE. Это все программа из того же, сделанной той же лаборатории, которая делает программу TopHat, это все более-менее вместе скачивается с одного и того же сайта. В итоге получаете одну единую аннотацию, которая является просто объединением всех аннотаций, полученных с разных образцов. И потом перекартируются на нее образцы еще раз. Вам все это надо будет сделать домашнее задание, есть подробные инструкции, так что те, кто сейчас не понял, те могут прочитать еще раз потом. Важно то, что риды будут картироваться дважды. Сперва как есть, а потом уже на унифицированную единую аннотацию, чтобы все было полностью одинаково. Хорошо. Будем считать, что мы, наконец, разобрались с аннотацией, сделали финальное картирование и переходим, собственно, к анализу уже результатов картирования. То есть все предыдущие стадии мы прошли. Ну, я уже говорил, что важной характеристикой качества эксперимента RNA-Seq является количество ридов, которые вам удалось картировать. Ну, на данный момент в большинстве случаев, если картирование шло, если все было сделано удачно, если секвенирование шло удачно, если никто в лаборатории не сделал никаких глупостей, то, скорее всего, 90% ридов у вас картируется. Ну, если картировалось 80, это тоже не очень страшно. Если картировалось 50, это, в общем, ничего, но как бы есть какие-то подозрения. Если картировалось меньше 50% ридов, значит, явно есть какая-то проблема, и вам следует пытаться понять, в чем эта проблема. При помощи тех методов, которые мы рассказывали на предыдущей лекции, вроде поиска адаптеров или, там, может быть, отрезания этих адаптеров. В общем, если картируется меньше 50% ридов, значит, скорее всего, с вашими данными какая-то проблема, и это неприятно. Особенно неприятно в случае, если у вас часть образцов картируется хорошо, например, там в половине образцов картируется 90% ридов, а в части образцов картируется только 10% ридов. Ну, вероятно, вот эти образцы, где картируется 10% ридов, придется выкинуть, потому что сравнивать образцы настолько сильно отличающиеся по качеству, это плохо. Посмотреть на количество картирующихся ридов стоит. Дальше стоит понять, сколько из них картируется на гены и какого типа эти гены. Если вы отбирали полиафракцию, то вам надо ожидать, что у вас большинство ридов придет из экзонов, белок кодирующих генов. Если вы отбирали короткие не полиогены, то вам нужно ожидать, что большая часть ваших ридов будет из некодирующих РНК. Ну, в общем, надо понять, что убедиться, что ваши риды пришли именно оттуда, откуда вы ожидаете. Если у вас очень много ридов с рибосомальной РНК, ТРНК, митохондриальной РНК, это в любом случае подозрительно, их надо выкинуть. Если их очень много, значит, возможно, надо будет переделать эксперимент, это, правда, неприятно. Кроме того, стоит посмотреть на такие гены, на которые картируется очень много ридов. Ну, собственно, если там на них картируется
доля процента от общего количества лидов, это не страшно. Но если у вас есть такие гены, на которые картируются 20% лидов, то это подозрительно. Но, скорее всего, это будет те же самые рибосомальные РНК, и у вас что-то не так с очисткой от рибосомалки. Но если это не рибосомальная РНК, то, ну, в общем, в любом случае, это немного странно. Выходит, что у вас 20% всей информации, которая у вас есть, досталась ровно одному гену. И, ну, дальше будем говорить, как это будет мешать анализу, но главное, что кое-что почти... Все, что вы знаете только об одном гене, а остальные 10 тысяч генов, которые вы хотели бы тоже изучать, получили гораздо меньше информации, это неприятно. Ну, на самом деле, вот эта вещь, она зависит от того, что вы изучаете, поэтому могут быть разные ситуации. Окей, еще одна вещь, которая касается именно качества лидов, которую можно понять уже понять тоже на стадии картирования, это, опять же, степень деградации РНК. Я говорил, что это можно определить при помощи РИНа, но РИН должны измерить экспериментаторы на той стадии, когда у них вот было в пробирке РНК. Если они этого не сделали, то вы можете попробовать оценить степень деградации РНК уже исходя из ваших данных. Ну, в том случае, если речь идет о поле А selected РНК. Как я уже говорил, при выделении РНК за поле А хвост вы будете получать такие... Если у вас... РНК было фрагментировано, то из-за того, что вы выделяете РНК за поле А-хвост, вы будете получать фрагменты, близкие к концу гена. Ну, чем более РНК фрагментировано, тем больше у вас будет лидов с конца гена и меньше с начала. Если РНК была целая, то у вас будет одинаковое количество лидов с начала гена и с конца гена. Если РНК сильно фрагментировано, то у вас будет много лидов с конца гена. И это можно оценить, ну, нарисовав такой вот график, где вы берете просто все гены, для каждого гена считаете, сколько лидов картировалось в начало, в середину, в конец и так далее. Дальше все гены внутри одного образца, просто складываете вместе, усредняете, и можно получить примерно такой график, где будет, значит, здесь это среднее покрытие по всем генам, одна линия — это один образец. Среднее покрытие по всем генам, относительное покрытие начала гена и конца гена. Видно, что покрытие меняется в данном случае примерно в 3 раза. Вот если взять наклон этой прямой и сравнить его с рином, то получится очень довольно приемлемая корреляция, что говорит, что вот эта величина, наклон покрытия генов от начала к концу, примерно соответствуют качеству РНК. Поэтому если у вас нет рина, вы можете оценить то, насколько ваша РНК деградировала таким образом. Если здесь будут какие-то образцы, которые сильно отличаются от остальных, например, все горизонтальные, один какой-то совсем ужасный, ну, наверное, надо будет его выкинуть или, по крайней мере, ну, работать с ним с осторожностью. Окей. Окей. Мы считаем, что все. Мы риды прокартировали, разобрались с качеством, считаем, что все наши образцы, которые у нас здесь остались, с которыми будем работать, они все нормальные. И нам теперь надо выяснить, сколько ридов у нас приписано к каждому данному отдельному гену. Как это сделать? Ну, самый простой вариант, мы берем ген, у гена есть начало, есть конец, говорим, что все риды, которые картировались внутрь вот этого места, это есть те риды, которые относятся к данному гену. Но вообще-то говоря, внутри этого участка есть в том числе интроны. И риды, которые картируются в интрон, они как бы, ну, наверное, не очень нас интересуют, потому что все-таки нас интересует та РНК, которая может кодировать белок. А если в этом РНК есть интрон, значит, белок он кодировать не может. Наверное, мы не будем считать те риды, которые картировались внутрь интрона. Ну и, наверное, вообще те, которые пересекают интрон тоже, поскольку, видимо, эти риды пришли с какой-то неправильной РНК, которая, ну, не дисплейсировалась и навряд ли нас интересует. Кроме того, бывает еще... Кроме того, еще бывают экзоны, которые... Бывают альтернативные экзоны, которые иногда вставляются... Да. Ридов, которые картируются на интроны? Да, их довольно много. Дело в том, что интроны, они очень длинные. Они гораздо длиннее, чем экзоны. Соответственно... Я понял. Значит, в чем проблема с интронными ридами, кроме того, что они, скорее всего, не соответствуют нефункциональной РНК? Дело еще в том, что, я же говорил, интроны, они очень длинные. В этих интронах внутри может находиться другие гены, которые не имеют отношения к этому гену вообще никакого. Там гены микро-РНК, еще чего-нибудь. И в итоге у вас вылетает, что вот есть интрон, но он пустынь, в нем нет ни одного рида. И вдруг не стоит все посередине маленький кусок всплеска с огромным количеством ридов. Вы их точно не хотите брать. То есть, как правило, вас интересует, то есть большая часть видов, которые вас действительно интересуют, они находятся все-таки внутри экзонов, и там можно надеяться, что других генов, скорее всего, не будет. А в интронах,
может, во-первых, встретиться неведомо что, во-вторых, это не функциональный РНК, но, в общем, более-менее общепринятым способом является не использование тех лидов, которые картируются в интроны, вот, ну, примерно из-за этих двух причин. Да, если вы хотите смотреть на удержание интронов, это один из вариантов альтернативного сплайсинга, казалось, интрон удерживает. Вы, разумеется, для этой цели будете смотреть на лиды, которые картируются в интрон. Но если вы хотите оценить экспрессию гена, ну, то есть то, насколько данный ген, ну, окей, концентрацию МРНК, и при этом, видимо, не пре-МРНК, то есть пре-МРНК включает интрон, а именно МРНК, то, значит, если вы смотрите на МРНК, наверное, вас не интересуют интронные лиды, поскольку они не могут быть из МРНК. Вот. Ну, тогда мы возвращаемся на предыдущую стадию и делаем аннотацию, что у нас были экзон-экзонные границы. Поскольку пока у нас нет генов, мы не можем посчитать для этих генов риды. Сперва нужно получить гены вместе с экзонами, а потом уже считать для них риды. В другом порядке не получится. Потому, что, насколько я понимаю, если у нас же довольно небольшая, у нас будет довольно небольшая доля ридов картироваться на такие, ну, на такие лежащие на тронах, какие-то дополнительные гены, те же микро-РНК и так далее. Ну как? Ну, короче, на данной стадии все определяется той аннотацией, которую мы используем. То есть у нас тут есть аннотация, написано, что вот есть такой ген, к этому гену относятся вот такие вот транскрипты, в них есть такие-то экзоны, в этом месте во всех транскриптах интрон, значит, это интрон с точки зрения этого гена. То есть может быть неверная аннотация, но если мы считаем, что аннотация неверная, мы возвращаемся назад и делаем верную аннотацию. На данной стадии мы считаем, что интрон — это то, что в гене быть не должно, ну, что в МРНК быть не должно. То есть считать риды, которые картируются в интрон, как бы странно. Мы уже сочли, что это место не соответствует МРНК. Окей. Вопрос, следующий вопрос стоит в том, надо ли нам считать риды, которые картируются на альтернативные экзоны. Ну, с одной стороны, надо, там же экзон. С другой стороны, ну, не надо, там же иногда интрон. И почему еще не надо? Потому что если у нас общая концентрация молекул РНК, которая синтезируется с данного гена, не меняется, а меняется только соотношение сплайсинга, соотношение вот этих двух изоформ, ну, например, в одном образце у нас было там 100 молекул таких, 100 таких, а в другом образце у нас стало там 0 молекул таких и 200 таких, то мы получим немножко больше в сумме ридов, потому что вот эта изоформа немножко длиннее, в ней есть лишний альтернативный экзон. Нам будет казаться, что как будто бы в этом случае этот ген экспрессируется немножко больше, хотя на самом деле суммарное количество молекул не изменилось, изменилась просто длина, средняя длина транскрипта. Вот. Это некоторая тоже неприятность, поэтому есть идея, что, возможно, не стоит читать те риды, которые картируются на альтернативные экзоны. Вот. Ну, кроме того, могут быть всякие проблемы с ридами, которые картируются в несколько мест, но обычно их выкидывают. Хотя это не обязательно. В некоторых случаях, может быть, вам стоит их оставить, но неважно. Это вам нужно самим будет определять. Кроме того, бывают такие ситуации, когда у вас два гена перекрываются, и опять же, это тоже проблема, к какому именно гену отнести этот рид или надо ли его относить вообще. Существует некоторое количество. Да, ну и еще есть некоторое количество вещей, которые надо учитывать при подсчете ридов, которые относятся к данному гену. Это, так, я начал уже перекрывание, картирование. Да, еще это, может быть, еще можно не считать те риды, которые картируются в первый и последний экзон, но в первый, допустим, не так важно. Хотя тоже это может иметь некоторое значение, потому что, как правило, границы и первого и последнего экзона, то есть начало и конец транскрипции, они довольно плохо определены, вы точно не знаете, где они находятся, и она может там варьировать в зависимости от каких-то условий. Все такие тоже куски альтернативные, используемые. Соответственно, ну, может быть, более консервативным способом будет не считать первый и последний экзон, просто для того, чтобы не брать какие-то места, где что-то может меняться в зависимости от каких-то условий. Кроме того, в последнем экзоне часто бывают, тоже могут находиться гены там, микро-РНК, и они могут эффективно поднимать экспрессию. То есть у вас будет больше видов, картируются сюда, но поэтому не из-за основного гена, а из-за какой-то другой антисенс-транскрипции, которая находится в последнем экзоне. Такое тоже бывает, поэтому, может быть, стоит не считать последние первые экзоны. Еще вещь, которую надо учитывать, это, я уже говорил, цепь, специфичность ридов, то есть если риды стоят специфичные, то вам проще будет считать, вам будет проще относить риды к генам. И парность ридов в том случае, если они парные, потому что если риды парные, они должны быть определенным образом, они должны определенным образом картироваться на геном. Иногда бывает так, что из пары картируется только один рид, но еще наиболее консервативный вариант в случае, если у вас риды парные, используют только такие риды, которые картировались всей парой. Окей.
Вот это, то есть, все, что я сейчас говорил, оно относится к тому, что, в принципе, подсчет количества лидов, которые подтверждают данный ген, которые попали на данный ген, это не самая тривиальная задача, и там есть много разных мелких нюансов. Поэтому делать это руками довольно долго и утомительно. Существуют некоторые программы для подсчета лидов. Домашнее задание вы будете использовать HTSEC, в принципе, Kafrinz, который вы тоже будете использовать в домашнем задании, но для другой цели, для того, чтобы сделать транскрипты, чтобы сделать аннотацию. Тоже, по-моему, это делает, но, в общем, вы будете использовать HTSEC. Еще есть программа Sadger, которую сделал я, которая тоже умеет это делать, но, возможно, мы с ней будем общаться только, когда дойдем до альтернативного сплайсинга. Может быть, и не будем, не знаю, пока не решил. Окей, мы не считаем, что мы для каждого гена подсчитали количество ридов, и мы, в общем-то, предполагаем, что это количество ридов, которые пересекают данный ген, пропорционально концентрации всех мРНК, которые синтезировались с данного гена, и которые присутствуют в нашем исходном образце. Количество ридов пропорционально концентрации мРНК. Чему она еще пропорциональна? Ну, более-менее очевидно, что она пропорциональна длине транскрипта. Кроме того, она пропорциональна количеству образца, ну, просто в граммах ткани, а на самом деле скорее количество в граммах РНК, которые мы выделили из этого образца. То есть размер библиотеки. То есть мы можем там, взять 1 нанограмм или 10 нанограмм, и, наверное, получим разное количество ридов, что приведет к тому, что у нас будет разное количество ридов отнесено к каждому гену. Соответственно, если мы хотим сделать величину, которая просто пропорциональна концентрации и других факторов не зависит, нам, наверное, надо поделить количество ридов на размер библиотеки, то есть количество ридов в данном образце. Ну, вероятно, следует взять те риды, которые картируются на геном, и вообще обычно берут просто те риды, которые отнесены хоть одному гену. То есть у нас есть большая табличка, где для каждого образца написано, для каждого образца и для каждого гена написано, сколько ридов отнесено к данному гену. Если мы хотим отнормировать на размер библиотеки, мы просто берем и количество ридов для каждого данного гена делим на сумму по всем генам в данном образце. Ну, кроме того, наверное, следует поделить на длину гена. Но тут есть некоторая трудность, я уже говорил, что мы не будем считать риды, которые попадают в интроны. Более того, в интроны попадают довольно относительно мало ридов, и длина интронов может очень сильно меняться. Наверное, надо поделить на количество, на суммарную длину экзонов. Опять же, проблема стоит в том, считать ли альтернативные экзоны или не считать. Но, в общем, надо поделить на что-то такое вроде суммарной длины всех константных экзонов, то есть всех экзонов, которые включаются во все изоформы. Но на самом деле эта стадия не очень важна, потому что она нужна только в том случае, если мы хотим сказать, что вот этот один ген экспрессируется сильнее, чем вот этот другой ген. Но на самом деле мы большим трудом можем это сделать, потому что последовательности этих генов сильно отличаются, эффективность ПЦР, эффективность секвенирования, эффективность картирования тоже меняется, и вот сказать большой уверенностью, то, что один ген экспрессируется лучше, чем другой ген, ну, довольно сложно. Обычная задача стоит не в том, чтобы сравнить два разных гена в одном образце, а в том, чтобы сравнить один и тот же ген между двумя разными образцами. А в этом случае вам не очень важно, какая длина этого гена, все равно вы будете сравнивать ген с одной и той же длиной, просто в разных образцах. Поэтому, в общем-то, делить на длину гена, ну, не принципиально. Можно поделить, можно не делить. Ну и одна важная вещь — это то, что и вот после того, как вы получили такую вот нормированную величину, которая пропорциональна концентрации мРНК в исходном образце, ее стоит прологарифмировать. Ну почему? Во-первых, потому что любая зависимость, как известно, в двойных логарифмических координатах видна лучше. Ну окей, это анекдот. А важно то, что экспрессия генов внутри клетки, если возьмете все гены и стоите распределение их по экспрессии, вы получите очень такую некрасивую кривую, что-то вроде вот такого. То есть, в общем, ничего не будет. А если вы прологарифмируете, то вы получите такой нормальный купол. То есть гены распределены, экспрессия генов распределена то, что называется лог-нормально. Вот, ну, поэтому если вы хотите, просто, чтобы все ваши точки не собирались в углу графика, а были более-менее разбросаны по всему графику, то вам нужно взять логарифм от экспрессии генов. Это правильное преобразование для этой величины. Ну, и это, в общем, более-менее естественно, потому что обычно, ну, для многих вещей важно то, не насколько изменилась эта величина, а то, во сколько раз она изменилась. Ну, там, у нас с яркостью света или там, с громкостью звука мы реагируем точно так же. Не на количественные изменения, а не на то, насколько изменилась параметр, а то, во сколько раз. С экспрессией генов ровно то же самое. Поэтому обычно используют логарифмированные величины. Окей. Мы отнормировали экспрессии, получили какие-то величины, которые пропорциональны концентрации генов в каждом данном образце. Теперь нам нужно, что мы будем делать дальше? Ну, первая вещь, которую надо, в общем, сделать, это убедиться в том, что наши данные самосогласованы. Самый такой простой, что ли, экспериментальный дизайн для любой транскриптомики — это ситуация, когда мы берем
каких-то два условия, например, больных и здоровых людей, и у них там из какой-то ткани, может, из крови, выделяем РНК, ее секвенируем и определяем экспрессию генов у больных и у здоровых, и хотим сравнить больных с здоровыми, найти такие гены, которые значимо меняют свою экспрессию при данном заболевании, которое ассоциировано с данным заболеванием. Ну, одним из важных условий в данном случае является то, что мы хотим быть уверены, что больные больше похожи на больных, а здоровые похожи на здоровых. То есть у нас данные самосогласованы, и там никто в лаборатории пробирки не перепутал. Ну, такое тоже может случиться. Поэтому нам стоит убедиться в такой вещи, что образцы из одного биологического состояния похожи друг на друга. Самой простой мерой похожести является коэффициент корреляции. Ну, и здесь важно, какой коэффициент корреляции взять. Вот если мы возьмем вот такие вот данные, значит, здесь экспрессия гена в одном образце, здесь в другом образце, то можно подумать, что здесь корреляция, ну, такая дурацкая, но слабо отрицательная. Собственно, там, пирсонский коэффициент корреляции ровно это и даст. Однако мы помним, что если мы смотрим на экспрессию генов, то нам нужно взять логарифм. Если мы возьмем логарифм, то окажется, что на самом деле данные выглядят вот так. Между ними есть хорошая линейная зависимость, положительная корреляция, а эта точка вообще является аутлайером. То, что вне логарифмической координаты, просто не было видно. Вот. Поэтому, если мы возьмем пирсонский коэффициент корреляции от логарифмированных величин, то он будет положительным. Ну и другой вариант – это взять спирновскую корреляцию, которая ранковая, она не зависит от самих величин, она будет положительной. И она более, ну, для данного случая она более адекватна. Понятное дело, что это искусственный пример, то есть в реальных данных именно экспрессионных вы навряд ли увидите ровно такую картинку, но, как я уже говорил, данное распределение лог-нормально, соответственно, применять пирсонский коэффициент корреляции для лог-нормальных данных страны, надо их сперва прологарифмировать, чтобы они были распределены нормально. Смысл коэффициента корреляции Пирсона, он есть только в том случае, если данные распределены более-менее нормально. Ну или можно брать Спирмана, тогда неважно, логарифмировать или нет, он не зависит от никаких монотонных преобразований. Окей, значит, мы можем померить каким бы то ни было способом, либо Пирсоном от логарифмов, либо Спирманом коэффициент корреляции между образцами, и нарисовать вот такую вот, то, что называется heatmap. Здесь цветом показана попарная коэффициент корреляции между двумя образцами. Красненький – высокая коэффициент корреляции, желтый – низкий коэффициент, белый – низкий коэффициент корреляции. Ну, вот здесь у нас все хорошо. Четыре образца первые кластеризуются вместе, у них у всех взаимно высокая корреляция, тут тоже взаимно высокая. Можно сказать, что у нас данные самосогласованы. Да? Конкретно вот тут? 2, 1. Не-не, дело в том, что то есть образцы, с, ну, это опять же искусственный пример, образцы с одного по 4, они были как бы в одной группе, там, например, там, здоровые. Здесь видно, что дерево вот на этом уровне, оно фактически там не разрешено. Ну, то есть оно разрешено, но даже не видно, в каком именно порядке здесь идут ветви. Но видно, что, например, вот эта вот веточка, то есть вот тут есть... Первое и второе, они идут вместе, их можно так перевернуть, тогда порядок будет 1, 2, 3, 4, правильно. Ну, то есть вот эти ветки можно перегруппировать как угодно, они не зафиксированы. Такую картинку можно делать при помощи функции heatmap, которая есть в Варе, которую вам тоже придется освоить, чтобы сделать домашнее задание. Ну, тем, кто еще не освоил. R — это язык программирования. Так, окей. Еще один способ для проверки самосогласованности — это Principal Component Analysis. Он довольно часто применяется. Домашнее задание вам делать не надо будет, но в статьях по транскриптомике он довольно часто используется. Что это такое? Вы можете представить ваши транскриптомные данные как точки в многомерном пространстве, где каждым измерением является экспрессия одного данного конкретного гена. Если у вас там 10 тысяч генов, у вас 10 тысяч мерное пространство, и у него один образец — это одна точка. Ну, понятное дело, что 10 тысяч мерное пространство так сложно в голове представить, хотя вот именно расстояние между точками в этом пространстве — это и есть то, насколько эти точки друг на друга похожи. Вот. Что делает PCA? Он пытается повернуть систему координат таким образом, чтобы первая координата шла там, вдоль наибольшей вариабельности этих данных, ваших данных. После этого вы можете взять первую, ну, первую вдоль наибольшей, вторая координата шла вдоль второго наибольшего направления вариабельности данных и так далее. После этого вы можете взять первые там, две или три координаты и посмотреть, как в этих двух координатах, вдоль которых ваши данные варьируются больше всего, в данном случае координаты — это просто линейная комбинация исходных экспрессий генов. Все это есть надежда, что вот этих первых координатах после PCA у вас образцы будут группироваться именно по вашему биологическому признаку. Ну, вот, в нашем случае все работает нормально, здесь у нас две первые координаты, образцы с первого по третий с одной части, на одной части находится графика.
с 4 по 7 с другой части графика. То есть первая координата, первый принципиальный компонент разделяет наши два биологических состояния и объясняет 26% общего вариабельности, что, в общем, неплохо. По крайней мере, то есть это еще один способ убедиться, что данные самосогласованы. Если у вас данные имеют более сложную структуру, то есть там есть больные, здоровые, больные другой болезнью, еще там какой-то пол, то вы можете увидеть и более сложную структуру на этом графике. Другой вариант, похожий чем-то на PCA, это MDS, это Multidimensional Scaling. В чем он отличается от PCA? В PCA вы даете непосредственно координаты ваших точек, которые вы хотите разложить на такой плоскости. Но в некоторых случаях у вас нет, собственно, координат в метрическом пространстве. У вас есть просто матрица попарных расстояний. Вы знаете, насколько ваши образцы далеки друг от друга. Откуда у вас может взяться такая матрица? Но в случае трансцрипционного анализа вы можете использовать какую-то меру, которая там удобна. Обычно в трансцриптомике используют меру расстояния между близостью между образцами, ну да, расстояние, равную 1 минус коэффициент корреляции. То есть мы берем 1 минус коэффициент пирсонской коэффициент корреляции между двумя образцами. Если коэффициент корреляции 1, то расстояние 0. Если коэффициент корреляции минус 1, то есть образцы максимально не похожи, то расстояние будет 2. Это максимальное расстояние. Вот. Соответственно, методом MDS вы даете на вход матрицу попарных расстояний между всеми вашими образцами, и он пытается найти, разместить ваши точки в n-мерном пространстве, где n вы задаете сами. Ну, например, самое простое — задать n равное 2, чтобы это была плоскость. Вот MDS пытается найти, распределить точки на плоскость таким образом, чтобы максимально удовлетворить вашей исходной матрице попарных расстояний. Вот. Соответственно, получится, ну, в данном случае опять у нас получилось все хорошо, и опять точки разделились именно так, как и должны были по исходному биологическому признаку. В общем, вот эти три способа проверки самосогласованности, они используются довольно повсеместно, и в большинстве статей можно их встретить. Окей. Все, мы более-менее проверили, что наши данные нормальные, самосогласованные, наши образцы из одного биологического состояния похожи на образцы из этого самого биологического состояния, не похожи на здоровые, похожи на здоровых, больные, похожи на больных. Теперь мы переходим к самому главному. Мы хотим найти такие гены, которые действительно различно отличаются между двумя образцами. Ну, самый... Да. Ну, я сказал нормально. Я имел в виду, что они самосогласованы. Да. То есть мы проверили, что структура вариабельности внутри наших данных соответствует нашим предположениям исходным, которые у нас были, ну, которые мы получили от экспериментаторов, которые выбирали, что они именно секвенировали. То есть в любом случае, в любом эксперименте у вас одно и то же условие должно быть повторено хотя бы дважды, иначе вы вообще ничего сделать не сможете. И, соответственно, у вас должны быть хоть какие-то реплики. Вот эти реплики, как минимум, должны на всех предыдущих графиках группироваться вместе. Если они не группируются, то это проблема. Окей, теперь мы будем искать такие гены, которые чай-экспрессия значимо отличаются между двумя условиями. Ну, самое простое, что мы можем сделать, мы можем просто сделать Т-тест. У нас есть, мы измерили экспрессию всех генов там, в 4 здоровых, 4 больных, берем для каждого гена 4 больных, 4 здоровых, делаем Т-тест, получаем какой-то p-value. Ну, с Т-тестом могут быть некоторые качества проблем. Первая проблема — то, что вам могут сказать, что ваши данные были ненормально распределены, и вы никогда в жизни не докажете, что это так, что это не так, потому что у вас всего 4 точки, как вы можете сказать, распределены нормально или нет. На самом деле эта проблема как бы мировая, и не зависит от того, каким тестом вы будете пользоваться, все равно все этим и кончится, но тем не менее Т-тест этим опасен, поскольку все люди знают, что Т-тест использует приближение нормальности данных. Хотя, ну, в общем, это не очень принципиально. А принципиально другое. То, что, как правило, у вас будет образцов гораздо меньше. Ситуация, когда вам секвенировали 4 здоровых, 4 больных, это очень классная ситуация. Обычно у вас будет 2 здоровых и 2 больных. Т-тест в этом случае вам особо не поможет. Это первое. Второе, мы можем вспомнить, что исходно экспрессия гена определялась у нас как количество ридов, которые картировались на данный ген. Вообще-то это была дискретная величина. Ну, засовывать ее в тест для нормальной распределенной величины немного странно, поскольку величина была дискретная. И кроме того, вообще-то говоря, мы можем подумать, что у нас было, что когда мы говорим, что наш ген характеризуется в данном образце одним числом, то на самом деле не совсем верно, потому что здесь было не одно независимое событие, а у нас каждый рит являлся независимым событием, поскольку каждый рит нам говорил, что ген либо там экспрессируется, либо нет. То есть у нас было гораздо больше независимых измерений. Каждый рит является независимым измерением, по сути дела. И вообще говоря, это может увеличить мощность нашего теста. В том случае, если мы учтем, что в действительности у нас не просто какая-то величина, там 10, не знаю, экспрессия равна 10, а если мы вспомним, что у нас
это не абстрактное число действий, а это, там, не знаю, 381 рит. Поскольку 381 рит, гораздо больше наблюдений, и, кроме того, это, еще раз говорю, дискретная величина. В том случае, если мы будем пытаться использовать именно количество ридов, которые картируются на ген для анализа дифференциальной экспрессии, нам нужно будет использовать какой-то тест, который использует дискретное распределение. Но самым простым таким тестом является тест Фишера. Все знают, что такое тест Фишера? Кто не знает, что такое тест Фишера? Отлично, все знают, что такое тест Фишера. Класс, мы можем использовать просто тест Фишера. На самом деле, я сразу говорю, что для RNA-сек тест Фишера использовать не стоит, но, во-первых, были люди, которые его использовали, а во-вторых, в домашнем задании вам нужно будет использовать именно тест Фишера, в частности, для того, чтобы понять, почему его не надо использовать. Окей. Соответственно, можно использовать тест Фишера и найти такие гены, количество ридов, найти такие гены, которые в доле ридов, сейчас, доли ридов из общего количества ридов данного образца, неважно, найти такие гены, чья экспрессия значимо отличается между двумя нашими образцами. Значит, мы не понимаем тест Фишера, нам придется повторы. Если у нас были биологические реплики, то есть у нас было два образца для одного биологического состояния, придется их объединить вместе. Это то, что нам нужно было сделать в домашнем задании. Окей, допустим, у нас было 10 тысяч генов. Что мы получили в результате применения, неважно, T-теста или теста Фишера? Мы получили p-value для каждого отдельно взятого гена. То есть мы получили 10 тысяч значений p-value. Вопрос, как выбрать из этих 10 тысяч p-value те гены, которых значимо изменилась экспрессия при возникновение данного заболевания. Ну, можно взять какой-то обычный порог на p-value, типа там 5%, и получить, не знаю, 510 генов, которых p-value меньше, чем данный порог. Вот. Мы можем, конечно, взять эти 510 генов и сказать, что с ними все хорошо. Так, кто считает, что если у нас было 10 тысяч генов, то 510 генов с p-value меньше 5% — это классно, то, что нам нужно взять. Поднимите руку, кому нравятся эти 510 генов. Окей, а кто считает, что это полный мусор, и мы их не будем использовать? Не знаю, нет, я вот говорю, у нас было 10 тысяч генов, мы взяли порог, обычный порог, всегда его используют, 5%, получили 510 генов с p-value меньше 5%. Будем использовать их или нет? Давайте, кто... Не, давайте вот скажем, мы считаем, что это хорошие гены, их стоит взять в работу или нет. Давайте, поднимем руку те, кто, еще раз, те, кто считает, что их надо использовать. Ну, не знаю, в каком-то пока. Вот сейчас на этой стадии у нас есть так. Так, надо использовать. Раз, два, три, четыре. А, почти все, да? А кто считает, что не надо использовать, что это ужасно? Один человек. Окей. Так, а сколько мы ожидали увидеть таких генов в том случае, если бы никаких отличий не было? Если бы мы посеквенировали бы 4 контрольных образца и еще 4 контрольных образца. У нас 10 тысяч генов. Секвенировали 4 контрольных образца, 4, еще 4 контрольных и сделали то же самое. Есть идея? Ну, неважно. Вот у нас есть 8 совершенно одинаковых образцов. Мы их случайно разделили пополам и сделали t-тест, получили p-value, отобрали все гены с p-value меньше 5%. Сколько генов мы получим? Да, 500 генов. А мы получили 510, так что, скорее всего, из этих 510 генов, ну, наверное, все являются мусором. Окей, что делать? Ну, наверное, надо поднять порог на p-value. Мы можем поднять его, допустим, скажем, не знаю, 0,1%, то есть 0,001%. Сколько у нас будет значимых генов? Ну, допустим, у нас будет их 12. Ну, наверное, это опять плохо, потому что мы ожидаем увидеть 10, значит, 12, наверное, ну, даже, может, там действительно 2 гена настоящих значимых. Ну, как мы их найдем среди 12? Это проблема. С другой стороны, если мы, например, получим не 12, а 200 генов при пороге в 1% из 10 тысяч, то все в порядке, потому что из 200 генов, ну, 10, наверное, является шумом, а 190 уже нормально, то есть нас это устраивает. Скорее всего, случайно выбранный из этих 200 генов будет правильным. Это неплохо. Что из всего этого следует? Из всего этого следует, что если мы возьмем данные, где на самом деле нет никаких отличий, ну, например, возьмем мертвого лосося, засунем его в... называется магнитно-резонансный томограф, и будем показывать ему разные картинки, а потом смотрите, меняется у него активность в мозгу мертвого лосося от того, показываем ему картинки или нет, то мы действительно найдем там, ну, сколько-то тысяч нейронов, которые значимо активируются при показывании ему каких-то картинок. Эта работа была действительно сделана и даже опубликована. Вот. Но это не то, что мы хотим узнать. Мы хотим делать что-то более полезное. Важно то, что если мы делаем много тестов, то нам надо менять порог на p-value
от, ну, мы не можем использовать стандартный порог на пиволе, потому что иначе у нас будет слишком много ложных значений. И эта проблема называется проблемой множественного тестирования. И видно, что мы только что это обсудили, выяснили, что тот порог на пиволе, который надо поставить, он зависит, во-первых, от количества генов, которые мы тестируем. Во-вторых, он зависит от того, что мы хотим получить. Ну, то есть удовлетворяет нас, например, что у нас всего 20 генов, ожидаем случайно 10. Или надо, чтобы у нас было 20 генов, которые мы нашли, чтобы ожидание при нулевой гипотезе было там один ген. То есть важно то, насколько чистые данные мы хотим получить. Ну и кроме того, этот порог зависит от реального p-value, который мы наблюдаем в нашем эксперименте. Ну, то есть не одного p-value, разумеется, а от p-value, который мы померили для всех 10 тысяч генов, то есть от распределения p-value. Как может выглядеть это самое распределение p-value? То есть мы сделали 10 тысяч тестов для каждого гена, посмотрели, как p-value для 10 тысяч генов распределено. В том случае, если у нас нет никакого эффекта, то есть мы взяли просто 8 совершенно одинаковых образцов, провели тест, то мы в этом случае мы получим совершенно равномерное распределение p-value. Просто по определению, сколько p-value — это вероятность получить такое или меньшее p-value при в том случае, если никаких отличий, собственно, не было. Соответственно, это дает полностью равномерное распределение p-value. А в том случае, если у нас был какой-то эффект, у нас будет избыток p-value, там, избыток маленьких p-value около нуля. Вот в этом, если после теста p-value распределено таким образом, значит, у вас нет никакого отличия между образцами, и, в общем, на этом можно заканчивать фактически всю работу. А если распределение p-value выглядит вот так, то все не очень плохо. Хорошо, как мы будем таки выбирать порог на p-value? Я уже говорил, что порог, который мы поставим на p-value, будет зависеть от количества тестов, от того, что мы хотим получить, ну и, вероятно, от, собственно, настоящего, может быть, от наблюдаемых реально p-value. Что можем хотеть? Ну, количество генов уже у нас там поделилось, примерно 10 тысяч будет в любом эксперименте, ну, может, где-то больше, где-то меньше. Что мы хотим получить? Возможно, значит, одна вещь, которую мы можем хотеть получить, можем хотеть получить набор генов, среди которых просто нет ни одного ложного. Ну, как это обычная ситуация, когда мы делаем один единственный тест. Когда мы делаем один тест, мы ставим порог 5% и говорим, что то есть случайно получить такие результаты можно было только в одном из 20 случаев. То есть мы очень надеемся, очень хотим, чтобы наш результат был совершенно не случайно. Мы можем делать то же самое и в случае множественного сравнения, то есть требовать, чтобы в нашей выборке значимых генов не было ни одного ложного. В этом случае нам надо просто взять стандартный общепринятый порог на p-value, например, 5%, и поделить его на количество сравнений, то есть на количество генов. Соответственно, в случае 10 тысяч генов у нас вместо 5% будет 5 на 10 минус 6 порог на p-value. Это как бы один способ, как можно об этом думать, но людям почему-то не нравится менять порог на p-value, им нравится менять само p-value. Поэтому вместо того, чтобы говорить, в этой работе у нас было 10 тысяч генов, и мы будем использовать порог на p-value 5 на 10 минус 6. Люди вместо изменения порога меняют само p-value. Ну, это, понятное дело, симметричные вещи. Вы сравниваете ваше реальное p-value с порогом. Ну, вы можете поделить на что-то порог или умножить на что-то p-value. Поэтому обычно люди умножают p-value на число тестов. То есть вместо реального p-value используют так называемое корректированное p-value. Это никакой не p-value, но тем не менее такое корректированное p-value, которое равно просто p-value умножить на количество сравнений, то есть в нашем случае 10 тысяч генов. На 10 тысяч. Ну, понятное дело, что p-value даже корректированное не может быть больше единицы, поэтому обычно берут минимум из единицы и p-value умножить на n. Вот такой способ поправки на p-value называется поправкой p-value на множественное тестирование, является поправкой Бонферони. Это первый способ, как мы можем общаться с проблемой множественного тестирования. Вторая, да, это как бы все хорошо, но есть небольшая трудность, стоящая в том, что мы сами хотели очень многого. Мы хотели, чтобы в наших результатах не было вообще ни одного ложного варианта. Это классно, но в некоторых случаях вы просто не найдете вообще ни одного гена при таких условиях. С другой стороны, можно подумать, что вообще-то иногда нам не так-то, в общем-то, и страшно, что у нас будут ложные результаты. Ну, пусть у нас будет там 200 генов, из них 5% ложных. Ну, нам это не страшно. То есть мы согласны на такое количество ложных генов. Тогда мы можем попробовать поставить порог на p-value так, чтобы контролировать долю ложных генов в итоговой выборке генов. Как можно это сделать? Довольно легко. Мы можем, во-первых, при каждом данном пороге на p-value оценить, сколько ложных, то есть сколько генов мы получим, будем видеть значимыми при выполнении нулевой модели, то есть никаких отличий нет. Это просто p-value умножить на n, то есть то же самое, что у нас было наверху. А всего значимых генов при данном пороге на p-value мы возьмем
получим столько, сколько у нас в нашей выборке генов имеют p-value меньше данного порога. Ну, может, посмотреть на это немножко иначе. Можно взять все гены и отсортировать их по возрастанию p-value. Дальше мы берем каждое данное p-value из этого списка, умножаем его на число n и делим на порядковый номер его вот в этом списке упорядочивания всех p-value по возрастанию. Вот. Это будет примерная оценка доли ложных, предсказаний в нашем списке. Соответственно, сама вот эта величина, ну, я сказал, что она является примерной оценкой доли ложных предсказаний, является, называется тоже коррективной p-value, только при помощи поправки Бенджамина Ходжберга. И она гораздо более слабая, потому что мы, ну, конечно, мы умножаем тоже на n, но делим на вот это самое i, на количество генов, которые имеют p-value меньше данного. Для первого, самого мощного гена, того, который больше всего отличий, это то же самое, что поправка Монферони, но по мере того, как мы идем дальше в список, эта величина будет становиться все меньше и меньше, и все больше будет отличаться от Монферони. Вот здесь графически показано, как это работает. Значит, мы берем все гены, сортируем их по возрастанию p-value. Вот здесь показано, собственно, само p-value. Здесь показано черным. А цветами показано корректированное p-value. Зеленый — это... Так, здесь, наверное, перепутано. Зеленый — это поправка Бенферони, оно самое большое. Это самая мощная поправка, которая увеличивает p-value больше всего. А красный — это поправка Бенджамина Ходжберга. Она немножко более релаксивная. И вертикальными линиями показаны пороги на 5% для Бенферони и для Бенджамина. Соответственно, 5% по Бенферони — это соответствует тому, что вот в этом вот топе генов, их здесь всего, по-моему, там 8 штук, совсем немножко, только с 5% вероятностью будет хотя бы один ложный. Инцидентно, в данном конкретном случае здесь ни одного ложного нету. Вот эта вот нижняя панель, она показывает для каждого гена здесь по одной полосочке, и значимые гены показаны оранжевым, а незначимые показаны серым. Но это генерированные данные, там эффект, то есть мы знаем, какие гены были настоящими, какие гены были действительно значимы, какие действительно нет. Вот видно, что порог Бенферони берет очень мало генов, но зато там нет ни одного ложного. Порог по Бенджамину Ходжбергу берет гораздо больше генов, там уже несколько сотен, но поэтому в него попадает несколько генов, которые на самом деле никаких значимых отличий не имеют. Ну окей, ничего страшного, их доля все равно будет не очень велика, не больше 5%, которые мы здесь использовали. Но именно, что некоторое количество действительно значимых генов имеют p-value выше того порога, который мы поставили. Ну, что-то нам придется потерять, потому что так или иначе в этой выборке было много генов, у которых никаких отличий вообще не было, и они затрудняют поиск действительно дифференциально экспрессирующихся генов, поскольку те гены, у которых никаких отличий нет, они по случайным причинам могут получить низкие p-value. Нам, чтобы их убрать, приходится ставить более строгие пороги на p-value. Вот, это важная вещь. Без поправки на множество тестирования невозможно публиковать ни одну статью по транскриптомике. И, собственно, ну, в общем, это критическое место. Поэтому в любом анализе дифференциальной экспрессии вам обязательно ее надо делать. Ну, более-менее нормальным способом является поправка Бенджамина Ходжберга, ее более-менее все и применяют. Так, окей. Одна вещь, связанная с тем, с этой самой поправкой. Как я уже говорил, значит, здесь мы везде p-value умножаем на n. Чем больше вот это n, количество сравнимых генов, тем больше будет у нас p-value, и тем сложнее нам будет найти значимые гены. То есть нам, вообще говоря, хочется заранее выкинуть побольше генов, которые никогда не могут быть значимыми. Ну, например, такими генами являются такие гены, которые не экспрессируются вообще в наших данных. То есть если у вас какой-то ген не экспрессируется ни в больных, ни в здоровых, вы, разумеется, не можете получить для него, ну, просто никакого хоть какого-нибудь осмысленного p-value. Вот. Но это показано примерно здесь. Вот у нас, если мы возьмем распределение генов по покрытию, вот есть какое-то количество генов с покрытием 0, то есть у которых вообще нет никаких, вообще не картируются риды, и потом сделаем тест, посмотрим на распределение генов по p-value, то, конечно, у нас есть там какой-то значимый эффект, и на каком-то есть куча генов с p-value равной единице. Это, кажется, те самые гены, у которых покрытие 0. То есть они никогда не значимы, они вообще не значимы. Пока их много, нам приходится умножать p-value на очень большой n, и в итоге мы выкидываем кучу, ну, мы смещаем этот порог сюда и выкидываем очень много действительно значимых генов. Поэтому прежде чем делать любой анализ
на дифференциальную экспрессию, следует выкинуть те гены, которые принципиально не могут быть значимы, то есть те, которые вообще не экспрессируются. Там любая аннотация, которую вы скачаете из любой базы данных, будет порядка 20 тысяч для человека, 20 тысяч кодирующих генов. Но в одной конкретной ткани у вас редко будет экспрессироваться больше 10 тысяч генов. Соответственно, половину генов вам нужно выкинуть на основании того, что они не экспрессируются. Это позволит сделать ваш тест более чувствительным. И это действительно важно. Окей, ну, я вот говорил, что мы можем применять тест, ну или там тест Фишера, неважно, какой это тест, но почти что любой тест, который мы будем использовать, он так или иначе подразумевает какое-то знание о распределении ошибок в ваших данных. Потому что принять непараметрический тест, там, типа тест Вилкоксона, мы в любом случае не можем, потому что у нас совсем мало данных. Чтобы тест Вилкоксона работал, нужно все-таки не 4, а хотя бы ну, 10, лучше даже 20 образцов с каждой стороны. В случае RNA-Seq это невозможно, это слишком дорого. Вот. Поэтому в любом случае мы, тесты будут параметрические, у нас будет, мы будем подразумевать какое-то распределение ошибки в наших данных. Это значит, что вас всегда могут спросить, а вы уверены, что вас действительно распределили именно такое? Ну, в случае те тесты вас могут спросить, действительно ли вы верите, что, откуда вы знаете, что у вас распределение нормальное. Да, это проблема, и оно может быть совершенно ненормальным, однако это на самом деле не мешает нам поменять тот же самый т-тест. Потому что мы можем, в принципе, проверить гипотезу прямо, не думая про распределение. Какая у нас может быть самая простая нулевая гипотеза, не думая даже о том, что распределение у нас там нормально, что все данные получены из одного нормального распределения. Можно не думать о том, что распределение у нас нормальное, можно думать просто о том, что все данные получены из одного какого-то распределения, а именно, что на самом деле все четыре пробирки, которые мы секвенировали, были получены там, просто разливанием из одной пробирки. Или то, что примерно то же самое, что все восемь пробирок, которые у нас были просто в какой-то момент перепутаны в холодильнике. Это самая простая нулевая гипотеза. То есть у нас не будет никаких отличий между нашими двумя состояниями, если пробирки по этим состояниям были распределены случайно. Мы можем симулировать такую ситуацию у нас на компьютере, нам не обязательно сильно перепутывать пробирки. Если у нас было по 4 образца и в контроле, и в болезни, мы можем перемешать их так, что у нас получилось сделать такие искусственные группы, в которых у нас будет 2 образца из контроля, 2 из болезни и, с другой стороны, то же самое. Но таких комбинаций можно сделать несколько. И повторить весь наш тест. По идее, мы ожидаем, что в этом случае, неважно, какой мы тест использовали, тест Фишера или Т-тест, мы ожидаем, что в этом случае, если у нас было правильно, хоть сколько-то адекватное предположение об исходном распределении, мы получим при том же пороге на p-value, получим мало, ну или там, почти что ноль значимых генов. Потому что это соответствует... В данном случае у нас не должно быть никаких отличий между двумя группами. Если тест был адекватный, то в перемешанном случае у нас не будет отличий между такими перемешанными группами. Соответственно, если мы перемешаем так образцы, сделаем тест и действительно получим очень мало, гораздо меньше, чем мы получили в правильном случае значимых генов, значит, все в порядке. Тест, мы применили адекватный тест, и все работает. А если мы получим примерно столько же значимых генов при перемешанном распределении образцов, то значит, что наш тест был плохой. Ну, вот здесь примерно это показано на графике. Как мы можем это сделать? Мы можем взять, так, как я сказал, перемешать образцы между двумя состояниями, повторить тест, и после этого сделать такую оценку, пермутационную оценку доли ложных предсказаний. Каким образом? Можем для каждого заданного порога p-value определять количество генов, значимых в перемешанных образцах, в ситуации, когда мы перемешали образцы случайно между двумя состояниями, и при правильном распределении образцов по биологическим группам. Соответственно, это отношение, ну, оно примерно является оценкой доли ложных предсказаний в ваших реальных данных. Вот. Ну и здесь вот эти две, это показано на графике. Так, черное — это распределение, вот это самое, это зависимость пермутационного FDR от порога на p-value, который мы использовали, который мы, по идее, должны поставить при помощи поправки Бенджамина Ходжберга. А синее — это p-value, корректированное по Бенджамину Ходжбергу в правильном распределении данных. Но видно, что эти две кривые примерно совпадают, это значит, что мы использовали более-менее адекватный тест, который тестирует именно эту нулевую гипотезу, о том, что наши образцы были взяты просто из общего пула случайно. Буквально наши пробирки были взяты из общего пула случайным образом. Поэтому даже если мы не знаем, нормально были распределены данные или нет, мы можем все равно
показать, что тест был применен нормально, ну, адекватным образом, независимо от того, нормальные данные или нет. Окей, после того, как мы получили набор значимых генов, мы можем посмотреть на то, как именно они меняются. Обычно, значит, я говорил, что стандартной величиной для оценки экспрессии является вот этот нормированный логарифм от, нормированного количества видов, картирующих на данный ген. Обычно берут логарифм по основанию 2, потому что после этого можно просто вычесть среднюю экспрессию в одном состоянии из, ну, например, в одном состоянии из средней экспрессии в другом состоянии получить величину, которая называется log-fold change, то есть то, во сколько раз экспрессия изменилась между двумя состояниями. Например, если log-fold change равен 1, это значит, что экспрессия в раковых клетках в больных у данного гена в два раза выше, чем у здоровых. Если log-fold change равен -1, это значит, что экспрессия в два раза меньше. Если log-fold change равен 2, значит, экспрессия изменилась в 4 раза. Ну, поскольку это логарифм, по основанию 2. Вот. То есть важно то, чтобы брать логарифм, важно то, чтобы брать по основанию 2, потому что так удобнее считать. Ну и вот эта величина log to fold change — это стандартная величина, которая используется там, в большинстве транскриптомных статей. Ну просто, чтобы посмотреть, как все это выглядит, то есть насколько сильно у нас реально меняется экспрессия, мы можем построить такие распределения этого самого log fold change для значимых генов, для незначимых генов. Увидеть, что если значимые гены меняют экспрессию в ту или иную сторону, незначимые гены действительно не меняют. Еще можно построить зависимость этого самого log-fold change от средней экспрессии генов. Ну, это такие стандартные аналитические графики, которые показывают, что у нас все в порядке. Ну, этот график выглядит более-менее нормально. Черные точки — это незначимые гены. У них вне зависимости от их общей средней экспрессии log-fold change маленький. А красные точки — значимые гены. Ну, у них в зависимости от средней экспрессии разные амплитуды изменений. Те гены, которые экспрессируются низко, у них тут очень большое изменение, но это может быть связано с техническим шумом, потому что если экспрессия низкая, значит, что ридов у нас там было мало, и у нас большая ошибка в определении реальной экспрессии, поскольку просто ридов картируется то мало. Вот. Окей, все, на этом данная лекция заканчивается. Вот по этим ссылкам, ну, презентация сама выложена на Вики, там же есть эти ссылки, по этим ссылкам есть некоторый код, который иллюстрирует лекцию, то есть все картинки, которые здесь сделаны, они были нарисованы в R. И тут есть код, который показывает, как они сделаны. Соответственно, вы можете попробовать разобраться и понять, что это было. Так, домашнее задание. Домашнее задание. Вам нужно будет скачать, тут написано где, папочку, в которой у вас будет лежать геномная последовательность и 4 образца. 2 контроля, 2, допустим, болезни. Но это не очень важно. Просто 2 состояния в каждом образце по 2 повтора. Вам нужно будет все эти риды, все образцы картировать на геном при помощи, на ту последовательность, которая у вас будет лежать там же в папке, которую вы тоже скачаете. Картировать на эту последовательность, собрать транскрипты, соединить эти транскрипты, эти аннотации вместе, после этого перекартировать еще раз риды на данную аннотацию геном, посчитать количество ридов, которые перекрывают каждый ген, ну и сделать простейший дифференциальный анализ дифференциальной экспрессии при помощи теста Фишера. Все это описано вот здесь в тексте с большими подробностями. Там же есть ссылки на все необходимые программы для этого и на место, откуда вы можете скачать данные. Соответственно, если будут какие-то вопросы, это текст в Google Доках, там можно, вы можете комментировать. Ну, я надеюсь, что вы должны. То есть я вроде разрешил комментировать всем, у кого есть ссылка. Если вдруг я не разрешил, напишите мне письмо, я проверю. Можно задать свои вопросы в виде комментариев, я буду на них постараться оперативно отвечать. Все.